мои земляки, это вся моя Беларусь. Двигайтесь вперед, предлагайте, вы всегда будете услышаны. Беларусь сегодня есть и будет всегда донором нашей региональной, а возможно и мировой безопасности. Беларусь сегодня – это мир и спокойствие. Нужно детей научить ценить это. Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась. Вы наш завтрашний день. Вера людей в то, что мы работаем ради них, это главный результат наших усилий. Дорогие друзья, незаметно, но уверенно и необратимо наступает новый 2018 год. В эти минуты особенно ощутимо, как мимолетно время. Да, главное отличие нашего времени – его стремительный бег. Идти шагом сегодня равносильно остановке. Стоять – это отступать назад. Мы постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот самый желанный результат. Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же необходимо. Хоть на мгновение, чтобы увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова. Предновогодние минуты именно такое мгновение. Сейчас, когда до боя часов остается совсем немного времени, вспоминаем главное – думаем о будущем. В уходящем году нами приняты решительные меры по совершенствованию экономики, что неминуемо приведет к изменению нашего общества. Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их дело многих лет. В этой связи мое обращение к молодежи. Дерзайте, творите. Для вас открыты все двери. Вы обязаны взять эту неимоверно трудную высоту. За вами будущее страны. А вам, старшему поколению, думать о покое не получится. Вы нам нужны особенно сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы должны помочь молодым в процессе сложного движения вперед, уберечь их от необоснованного стремления сделать все за мгновение, опасности оторваться от реальной жизни и потратить время на бесполезное. Сейчас дорог каждый день для созидательной работы. Впереди у нас много важных дел во всех сферах жизни страны. И будущий год – канун великих спортивных событий международного масштаба. К нам приедут тысячи гостей. И как настоящие хозяева белорусской земли, мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок.
Ведь Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой, чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплое воспоминание о ней, чтобы мы могли еще больше гордиться своей родиной, ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире. Именно за такую страну, свободную, независимую, наши предки боролись, чтобы мы, живущие на этой земле, были здесь настоящими хозяевами. Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и справедливость – основные принципы нашего государства. Беларусь – страна, устремленная в будущее. Основа нашего развития – высокие технологии, наука – это так. Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина. Благодаря их стараниям мы сегодня за богатым праздничным столом. Дорогие друзья, главным достоянием белорусской земли были и остаются люди. За всеми достижениями стоите именно вы, умные, талантливые, целеустремленные, те, кто ежедневно борется за жизнь и здоровье каждого своего пациента, кто стоит на страже закона и порядка, охраняет границы, обеспечивает оборону и безопасность нашей страны, занимает государственные посты, кто работает в шахтах и заводских цехах, на строительных площадках и в сельском хозяйстве, кто растит и воспитывает детей, успешно передает знания школьникам и студентам, продвигает науку, кто своим творчеством или спортивными успехами прославляет Родину. Отдельное поздравление тем, кто встречает Новый год не за семейным столом, а на рабочем месте. Пусть эта ночь будет для вас спокойной и праздничной. Дорогие друзья, через считанные секунды мы откроем новую главу своей жизни. Пока все ее 365 страниц чисты. А что будет вписано в нашу историю, зависит от каждого из нас. От всей души я желаю, чтобы наступающий год стал мирным, успешным и благополучным. Будьте щедрыми на чувства, дарите своим родным и близким самое дорогое – тепло сердец, внимание и заботу. И пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра. Счастья вам, дорогие друзья! С Новым годом, Беларусь!